내 인생에 찾아온 너라는 행복. 드셔스키 마이 지스니 송하 그리스키 레스토란. 피할 수 없으면 즐겨라. 라면 도 О, меню. О, ну, как будто это деревянное. Ну, это не дерево, как... И, кстати, а вот это плажон, да. Это с морепродуктами, да? О, да, кальмар видно. О, вот это называется мёнгинамль. Это с мясом очень хорошо сочетается. Вот это? Да, да, да. Вообще, в Корее дорого. Вот это, на самом деле, дорого в Корее. Кимчи, кимчи. Слушайте, да, мне кажется, это просто... Как раз для зимы. Вау! Сегодняшний помощник, он будет жарить. И куги, она на чарла, все такие, я 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 куги, А эту штуку не надо опускать? А, кстати. Я просто просила. Вот так. Вытяжка вот такая длинная. А как она работает? Ее надо тут песочку открыть? Вот нет? Сейчас я открою. А, или открыто уже? А, открыто, открыто. А, а это что? Вот это соус острый. Вот это бульон для лапши, для няньмян. Вот это уксус, наверное, либо это кунжутное масло. Это масло, масло. Масло, да, пахнет кунжутным маслом. Нет? Уксус? Уксус. Уксус, да? Кунжутное масло. Вот это корочица. Так, вот это нэнгмён. Если такая лапша с бульоном, то это буйнэнгмён. Вот если с этим соком, кибинэнгмён. Вот так. Только лапшу сначала? А только лапшу сначала попробуйте. И потом с мясом. Йорам, кугирам. Как холодные макароны. Тут еще кунжутное масло чувствуется. Да. Теперь с мясом. Ну как лапша? Лапша вкусная. Но она, это, да. Холодная. Ну, немножко приятно, но потому что это для пивин уксу. Вот, пивин. Поэтому теперь я добавлю. Вот. С мясом вкуснее. Да? Да, с мясом все вкуснее. Да. Да. Потом берешь кимчи жареный небольшой, нужно его тоже порезать. Так. Жареный чеснок, просто я еще это не знаю. Так, какую-то пасту тут говорили, надо взять, да? Вот эту пасту. Да. Так. Вот это, сюда чеснок нужно обмакнуть. Так. Мясо. Вот так. Теперь смотри, вот так. Теперь вот о, так. Какая вкусная так, паста да, бобовая. Да. Слушайте, вообще потрясающе. Что это за хинкалька? И открывай рот. Как хинкали, да? Реально как хинкалька. И кушай. И все? Да, целиком только. Я добавлю вот это, мёнгинамль. Очень вкусно. Вкусно. Да, то я могу не. На самом деле я не люблю одну штуку. Ты настоящий кореец. Здесь сразу две штучки. Две кусочки, да? Моя женушка звучит, кричат. Кричат, да! Спокойно кушай. Нет, мне все понравилось. Я просто о блине мечтала. Мы давно не едим, да? Самгёпсал. Вкусно. Это бобовая паста тоже вкусная. Да. Вообще я бобовую не люблю. На удивление, это мне понравилось. И теперь попробуем жареное мясо. Жареное мясо и лапшу? Лапшу. Вот так. О, острый. А лапша острая? Ага. Ничего у меня осталось без красненькой. Ну, не нормально. А ты до конца доешь, и потом будет тебе... Лапша сам. Больше. Тебе мне осталось. Я... Самгёпсал, лапша, перец, чеснок, кимчи, мёнгинамль, я не знаю, как по-русски. Это рай. Слушай, это вообще потрясающе. Ты там собери сам. Собери сам. Просто лего какое-то.
Внутри с медом что-то. Это 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 корица. Да. Как вам? Вкусно? Начинка? Начинка похожа на такой сонхан. О, да, немножко похоже. Да, 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 да. Мы готовили пирожки. Был кунжут, мед. Вот здесь мед тоже самое. Три пальца. Вау. Вау. Я вообще не очень люблю сладкое, но именно такой сладость, ну, да. Угу. Вкусно. Какие вкусные. Я хочу так научиться дома печь. Как? Это на самом деле не сложно, по-моему. Они называются правильно. Как их найти рецепт? Хо-ток. Хо-ток. Запиши, я дал. Надо такой домой. Итак, сегодня мы вместе попробовали такой самгёпсаль и даймён, холодную лапшу с острым соусом. Мы тоже с Никитой очень давно не ели такое мясо. Ну, сегодня мечта сбылась. Он не рожен, да. Мечты сбываются. Yeah. Ура! Спасибо, ребята. Пока. Пока. Пока-пока. Жду, чую, да. Thank you.